Вода в степи – место встречи человека и природы. Водоплавающие птицы спокойно кормятся на открытой воде. Отмели и косы собирают на пролете и отдыхе куликов и уток. Даже небольшие лужи на степной равнине привлекают птиц из разных отрядов и весовых категорий. С другой стороны, к воде рано или поздно придет и человек, и его степные спутники – отара овец и другая скотина. Местные фермы или кошары с гужевым транспортом и сельхозтехникой – неотъемлемая часть степного пейзажа. Была бы вода в степи, а жизнь обязательно зародится. Бассейн реки Маныч и озеро Маныч-Гудило неизменно привлекают тысячи птиц, а вместе с ними и всех натуралистов, которые хотят познакомиться с околоводной пернатой фауной степи. В апреле Ольга Натальская из Рязани предложила мне рвануть на недельку в степь. Я давно грезил новыми видами птиц, которых можно встретить на юге европейской части России, а потому вскоре согласился. Так, благодаря предложению и опыту Ольги, а также поддержке друзей канала, мне удалось побывать на рубеже Калмыкии и Ставрополья. С 18 по 25 апреля мы вместе с Ольгой жили в селе Дивное и ездили по окрестностям, изучая и снимая пернатых на берегах рек и озер. Большую часть материала удалось получить совсем недалеко от Дивного, на озерах, которые называются Подманки. Однако некоторых птиц мы наблюдали еще в пути, поэтому и повесть о нашем степном приключении я начну с дороги. Привет, лиса! Мы едем в Элисту. Мы уже все съели, иди туда. Иди. Ну иди сюда. Иди сюда, иди. Алиса, иди сюда. Алиса. Встретили лису на дороге. И теперь не можем уехать, поехать дальше. Из Рязанской области мы выехали в первой половине дня 17 апреля. Практически мы ехали навстречу весне, на юг. Едем сейчас между Борисоглебском и Михайловкой. Посередине ровно, между двумя этими населенными пунктами. Все больше зелени и цветущие терновые кусты там. Пейзаж за окном почти не менялся. На дорогах мелькали асфальтовые заплатки, а на опорах ЛЭП – птицезащитные присады. Альтернативная присада помогает сохранить жизнь птицам. Основная идея такой присады в том, чтобы птица не замкнула собой провод и металлическую траверсу на опоре ЛЭП, которая имеет заземление. К счастью, нахождение на проводе в стороне от опоры ничем птице не грозит. Уже в сумерках мы остановились в первой попавшейся придорожной гостинице, чтобы на следующий день как можно раньше проехать Волгоград. Время 5 утра, выехали практически из Иловли. За час проехали Волгоград, очень много светофоров, но ехали, заехали в 5.50, выехали в 6.50. И, судя по всему, на этих светофорах, соответственно, через час уже бы мы гораздо больше провели времени. Интересно, что при выезде в сторону Элисты, при выезде из Волгограда, очень много разных водоплавающих. Красноносые нырки, красноголовые нырки, ну и другие, и много стрижей. Деревья вдоль дорог постепенно становились скромнее в размерах, как в ширину, так и в высоту. Местами на них встречались гнезда грачей и других врановых. Отъехали в сторону Элисты, недалеко от Цацы, такой населенный пункт небольшой по пути, и увидели на гнездах вдоль дороги копчиков, причем две пары друг от друга на расстоянии 500 метров примерно. Ну вот удалось снять самку и самца рядом сидящих.
По самцу так вообще можно легко определить видовую принадлежность. У нас они тоже есть в более южных регионах, но не так легко их обнаружить, как здесь, насколько я понимаю. Ну, трасса, правда, рядом, очень шумно. А вот там, на Косогоре, сейчас пеганки. Там белое пятнышко, ну, наверное, не видно. Я даже не знаю, есть ли смысл их попытаться снять. Прямо у дороги еще слышно голос удода. Уп-уп-уп-уп-уп. Но не манили, не снимали. А пошли в сторону холма, увидели на холме пеганок. И предположили, что тут норы, в которых они пытаются загнездиться. Пытаются. Норы нашли, но пока что явно они только раздумывают. А главное, что по пути встретили жаворонка Джурбая, по-моему, с таким черным галстуком. Ну, правда, они держат большую дистанцию, поэтому только издали вот получилось снять. Но ничего, уже пару новых для меня видов, поэтому очень здорово. Едем дальше. А поют много тут еще и жаворонки полевые обычные. И просянки. Просянки тут попадаются по пути тоже. Да, а вот, кстати, на холме вот эти норы, например. Но тут, по-моему, какая-то она, нельзя сказать, что живая. Ну и там еще. Пора возвращаться на трассу. Иногда мы останавливались просто, чтобы поснимать ирисы и другие цветы степи. Я такие остановки в шутку называл потерей темпа. То ли дело гнезда копчиков. На это уже времени было не жалко. Галки тоже интересовались старыми постройками. Возможно, хотели прибрать в клюв бесхозный строительный материал. Рыжая самка и угольный самец копчиков тем временем обсуждали семейные дела под шум автомашин с дороги. Жаворонкам в степи тоже было о чем поспорить. Они то и дело устраивали воздушные представления. Друг степей, Джурбай или степной жаворонок, в отличие от полевого жаворонка, имеет черное ожерелье, которое заметно даже издали. Куда больше на нашего полевого жаворонка похож хохлатый. На юге хохлатого жаворонка можно встретить повсюду, вдоль дорог и в населенных пунктах. А это для сравнения полевой жаворонок. Он тоже может оттопырить перья на голове. Но все же прическа полевого жаворонка скромнее, чем иракез хохлатого. Деревья продолжали мелькать вдоль дороги отдельными группами. И, наконец, мы заметили жилое гнездо крупного хищника. Когда мы остановились на обочине, из гнезда вылетела матерая наседка. Птица села на макушку дерева неподалеку от гнезда и с осуждением смотрела на нежданных гостей. Ольга, в отличие от меня, в степи была не первый раз, а потому сразу определила курганника. Курганник – это, по сути, степной конюк. Курганник в каком-то смысле замещает или продолжает на юго-восток ареал обыкновенного конюка. Когда для моральной поддержки супруга подлетел второй член пары, мне показалось, что курганники в большей степени похожи на орлов, чем наш куцый сарыч. В полете курганник тоже выглядит мощнее и солиднее обыкновенного конюка. И пока сильные и серьезные курганники наблюдали за нами с безопасной дистанции, оборону оставленного гнезда держали доблестные воробьи. На первый взгляд они были похожи на наших домовых воробьев.
Только грудь у самцов была словно забрызгана черной краской. Это черногрудый или испанский воробей. В России он обитает только в европейской части к югу от Волгограда. Если сравнить самцов черногрудого и домового воробьев, то их отличить совсем несложно. А вот самки уже отличаются с трудом. Черногрудые воробьи, особенно самцы, активно занимались строительством своих жилищ внутри рыхлого гнезда курганника. При этом основная суть строительных работ сводилась к тому, чтобы своровать мелкий материал у соседа и перенести к себе. По наблюдениям Иваницкого, у испанских воробьев самцы приносят материал больше 8 раз в час, а самки не более 3 раз в час. Впрочем, если воровать материал у соседей, можно и не такой производительности добиться. Так или иначе, но самцы домового, полевого и других видов воробьев заметно отстают от строительной активности испанских или черногрудых воробьев. В степи было достаточно нового материала для гнезда, но в этом случае не было бы повода поспорить с соседями. Так что самцы все время были при деле, воровали, дрались, ну и строили между этим. Но строительный материал для черногрудых воробьев не просто травинки и веточки. Это еще и букетик, с которым можно пойти на свидание. Правда, если подарок не слишком щедрый, дама вполне может и отказать недостаточно усердному ухажеру. В колонии черногрудых воробьев самцы постоянно пытаются сблизиться с соседками в отсутствии основного супруга. И это неотъемлемая часть социальной жизни в колонии этого вида воробьев. Самки обычно стойко отбиваются от таких домогательств. А что касается самцов, то они хотя и прогоняют незаконных кавалеров, но при случае точно так же идут в гости к соседской воробьихе, едва ее муж улетел за строительным материалом или за провизией. Если бы я увидел только самок черногрудого воробья, то, наверное, легко принял ее за самку домового воробья. Разве что едва уловимые пестрины на груди могли бы меня насторожить. Кстати, голос черногрудых воробьев очень похож на щебет наших домовых. Наблюдать за небольшой колонией черногрудых воробьев, обосновавшейся в гнезде курганников, было очень интересно. Но мы не могли долго испытывать терпение пернатых хищников. Напоследок мы отметили рядом с гнездом самца-горехвостки Лысушки и вернулись на дорогу, чтобы продолжить свой путь. Недалеко от дороги здесь натянуты такие 3 проволоки, 4 даже. Это для того, чтобы скотина не переходила на дорогу, на трассу. Опа. Потому что здесь прям совсем недалеко пасут скот. И есть вероятность выхода на трассу. Благодаря остановкам в пути, а также обеду в Элисте, мы почти не заметили, как доехали до Приютного. Вслед за Приютным мы скоро проехали 2 широких рукава реки Маныч. У одного из них мы даже остановились, чтобы посмотреть на птиц. Но все они были очень далеко, и я даже не пытался что-то снять. А вот у озера Второй Подманок мы все же съехали с трассы на грунтовую дорогу. И радушный удод проводил нас до отмели, на которой отдыхали десятки разных птиц. В одном месте собрались красноголовые нырки, широконоски, пролетные стаи турухтанов, ходулочники. Чеграва с большим красным клювом стояла словно флажок на конечной точке маршрута. Вдоль тростников тревожно плавала серощекая поганка.
Она впервые видела двух ошалелых натуралистов из Рязанской области, а я впервые видел серощекую красавицу в брачном пире. Эх, как мне не хватало этих кадров, когда я делал большой фильм о жизни Чонг и ее родственницах. Ой, нет, поганка, да, красношейная. Впервые увидев серощекую поганку в брачном пире, я даже поначалу неправильно определил ее как красношейную. Кстати, на английском наша серощекая поганка дословно называется красношейной, а красношейная – рогатой. Такая вот путаница, особенно для переводчиков. Воодушевленные многочисленными встречами с новыми видами птиц, мы заехали в село Дивное и засветло успели заселиться в гостиницу на околице. Да, особенность южных вечеров заключается в том, что там почти нет сумерек, и ночь наступает очень быстро, а главное, гораздо раньше, чем на севере. Не теряя времени, Ольга успела связаться с Виктором Николаевичем Федосовым, местным орнитологом. И нам, на счастье, мы присоединились к вечерней экскурсии, о которой я расскажу в следующей серии. Друзья, этот репортаж был невозможен без любезного приглашения Ольги Натальской из Рязани и вашего интереса к миру птиц. Скоро вы увидите, чем удивили нас окрестности села Дивного. А сейчас мы немного устали с дороги. С вами был Василий Вишневский. Всем пока, всем добра Дивного.